Функциональная диспепсия – что это и лечится ли? Функциональная диспепсия – это нарушение работы желудка, если он начал работать неправильно, без воспаления. Тогда это мы называем функциональной диспепсией. Это действительно проблема, которая связана с кучей симптомов. Тяжесть, переполненность, надутость, неприятное ощущение вверху живота, не можешь нормально есть, постоянно подташнивает, какая-то канитель. Жить нельзя с такой ситуацией вообще, прям вот очень мучительно. И стандартные таблетки практически не помогают. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.